Улитка, мы посмотрите подписчики. Сегодня видео с моим новым питомцем Улей. Она у меня сидит на руке, прикиньте. Еле получилось ее посадить себе на руку. Это вообще что-то непонятное. Вот моя Улечка, посмотрите. Вот камера сфокусировалась. Вообще, посмотрите на ее текстуру слизи. Она вообще прикольная. Я показала Улечке нашу квартиру. Она вообще начала своими глазками хлопать. Прямо поднялась. И у меня на руке так все хорошо смотрела. Посмотрите, подписчики. Мне даже не верится, что у меня на руке сидит какое-то животное. Маленькое, но заметное, но хорошее. Вы знаете, что все важно в нашей жизни. Каждая травинка, каждый лепесток, все оно живое. Все, что есть в нашей вселенной, милая. И все важно. Не забывайте про это. Берегите планету. Рифма. На моей руке осталось много слизи моей улитки. Вот, посмотрите. Вот тут осталось немножко слизи. Вы знаете, что слизь полезна для кожи и спасает от морщин. Слизь улиток. Хотя у меня нету морщин тоже. Короче, сняла с себя эту улитку. Вот она у меня на листике подорожника. Столько слизи осталось. Надо будет смыть мылом обязательно. Вообще, я столько не вытерплю. Короче, посадила Улечку обратно. Устала ее на руки держать. Муцин улитки весь смыла. Вроде бы никакого эффекта нету. Не знаю, почему так говорят. Природный скраб для лица и тела, муцин улитки. Ну и что, это слизь улитки ничего не помогает, как было. Так и осталось. Может быть, этот эффект потом проявится. Рыбки. Красивое погружение. Окей. Всем пока.